Всем привет, приветики, канал Айка ТВ, с вами Павел. И мистер Кис! Мы продолжаем играть в игру «Сказочный патруль». Давайте телепортируемся на чердак. А что мы там будем делать? И выберем Варю. А, понятно. Сегодня будем играть с мистер Кис за Варю, да-да. Отличненько, я очень люблю за нее играть. Это задание на сегодня. Ой, три задания, да? Нам надо прочитать три доски объявлений, которые находятся в лесу, в парке и в городе. Отлично! И выполнить три задания. Три, да. Побежали? Побежали. Читать доску объявлений. Кафе «Сказка» готовится к открытию. Требуются помощники. Мистер Кис, ты хочешь работать помощником? Нет, ни за что! Я тебя понял. Найти лесного мастера у кафе. Пойдем задание искать. «Кафе «Сказка». Пойдем искать. Пойдемте найдем лесного мастера. А он далеко? Он недалеко тут. Вон я вижу его. Давайте с ним поговорим. Привет, скорее бы кафе открылось. Поможете? Кафе — это хорошо. Мы слышали, там будет сырный пирог. Нужно обязательно рассказать мышатам. Не нужно. Они уже давно тут рядом дежурят. Открытие ждут. Да. Итак, задание кафе «Сказка». Нам надо найти королевский огонек. Король огоньков. Король огоньков, да. И фавн. И фавн. Ну что, ребят, побежали собирать волшебных существ. Пойдем, Павел. И читать остальные доски объявлений, а да? А как же? Надо же выполнять задание. Так. Фавн. Зонтиком он. Мы в парке. Я заметил, что огромное дерево в лабиринте совсем не имеет листьев. Это такой вид, или вы забываете его поливать? Любознательный турист. Вот это да! Что случилось с деревом, Павел? Надо обязательно узнать. Побежали в лабиринт, посмотрим на это дерево. Давай, давай, прям интересно стало. Что же случилось с деревом? Может быть, все-таки лесной мастер нам прояснит? Вон я издалека вижу лесного мастера. Ситуация, что с ним случилось? Ой, что-то я запутался. Да осторожней. Мистер Кис, давайте к нему подойдем и поговорим с ним. Вы не знаете, почему на этом дереве совсем нет листьев? Знаем, конечно. Это оно специально, потому что стесняется. Вот это да. Чего стесняется? У всех деревьев листья зеленые, а у него фиолетовые. Вот это да. Но это же так красиво. Нет ничего страшного в том, чтобы отличаться от других. Думаешь? Ну ладно, мы с ним поговорим. Стеснительное дерево. Это задание второе. Ну что, мистер Кис, побежали выполнять задание? Конечно, пора выполнять. Что ждать-то? Мы в лесу, в усадьбе. Давайте сфотографируем... Это король огоньков. ...волшебных существ, король огоньков. А там кто? Так кто там? Царевна лягушка. Нам пока она не нужна, по-моему. Нет, не нужна. Дождик опять, темно. Ой... Мерзкая погода. Вот объявление в лесу. От лица всех белок сказочного леса прошу починить ореховый тотем, на который кто-то не леший случайно облокотился. Леший. Давай поговорим с лесным мастером. Давай. Вы бы смогли отремонтировать ореховый тотем? Не вопрос, если скажешь, что тут зачем идет. Так, ну вот, это орех у нас с усами. Наверное, это... Орех-царь, пусть будет сверху. Звучит разумно. Сделаем два счета. Расставить антибелочное ограждение.
Ореховый тотем, да, Павел. Мы в городе. Давайте завершим задание кафе «Сказка». Давай, Павел! 500 монет стоит улучшение, да. Завершить. Оля! И чего? И что-то кафе-то закрыто. Так, кафе вроде мы улучшили, но оно почему-то закрыто. Может быть, темно? Может быть, потому что ночь, мистер Кис? Ну, наверное. Надо дождаться утра. И посмотреть. Телепортируемся. Давай дальше выполнять задание. Мы в парке. Клевер выкапываем. Мы в парке. Собираем. Мяу. Ребята, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Айкро. И растения, которые нам для выполнения этих заданий. Да-да, точно. Мы в городе. Скейт-парке. Гремлина сфотографируем. Гремлина. Ага, улыбайся давай. И снова телепортируемся. Снова телепортируемся. Парк. И завершим задание. Застенчивое дерево. Стеснительное, Павел. Стеснительное дерево. Давай посмотрим, как оно выглядит. С фиолетовыми листьями. Лесной мастер? Ага, я вижу. Стеснительное дерево. Да, стеснительное. Нажмем на улучшение и завершить его. Оля! Так. А вот дерево. Что-то плохо его видно. Фиолетовыми листьями. Так, как-нибудь отступить подальше, посмотреть на него. А понятно, Павел. Так, хорошо. Пойдемте в лес. Мы в лесу. Давайте поговорим с лесным мастером. И завершим задание. Начать улучшение! 500 монет. Задание «Ореховый тотем». Завершить. Улучшение. Мяу! Вуаля! Вот и «Ореховый тотем». Отличненько! Ну что, ребята, на этом будем мы прощаться. Мистер Кис, попрощайся. Пока-пока, ребята! Всем пока, с вами был Павел. И мистер Кис! Пока-пока, ребята, до скорых встреч на канале Айка ТВ. Не забывайте ставить лайки. Лайкосы ставь, ребята! Can't tell if it's heaven or hell.
Break the spell, all the lovers. We went down the wishing well.